В Госдуму поступил запрос Генпрокуратуры России о снятии неприкосновенности с депутата Ильи Пономарева для возбуждения уголовного дела. Как сообщил спикер Нижней палаты парламента Сергей Нарышкин, речь идет о соучастии в растрате средств инновационного фонда «Сколково». Обращение надзорного ведомства будет рассмотрено в начале апреля. Сначала в комитете по регламенту, затем на общем заседании Думы. Сам Пономарев сейчас находится в США. Оттуда он выплачивает крупную сумму, взысканную судом в пользу «Сколково» за невыполнение договора о проведении лекции. И утверждает, что в его действиях состава преступления не было. Тем не менее, за то, чтобы удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры, уже высказались в трех думских фракциях из четырех, в том числе в «Справедливой России», в составе которой Пономарев формально еще числится, несмотря на исключение из рядов партии.